Такой непринужденной обстановке проведем разговор. Ну а если вас кто-то будет интересовать, пожалуйста, Шаищенкова или тогда был он начальник управления УС Александр Викторович. Вот по их инициативе был создан вот этот центр социальной адаптации для, так сказать, борьбы с рецидивной преступностью и профилактика рецидивной преступности. Ну и работа с теми лицами, кто освобождается из мест лишения свободы, кто попадает в трудную жизненную ситуацию, так сказать. Но сюда идут они по путевкам, за 6 месяцев в УСИДе служба социальной защиты, они с ними работают, и за 6 месяцев до освобождения выясняют все причины. Вот действительно, если он попадает в трудную жизненную ситуацию, это то есть жилья нет, проблемы с работой, с пропиской и так далее. Вот, их сюда направляют социальные работники в подразделениях, есть, а нету. Работу раньше она была служба, были инспектора по трудовому бытовому устройству, сейчас они, так сказать, пошире эта служба. И вот занимается этой работой. И действительно, если выясняется, что человек действительно такой, они оформляют пакет документов, путевку, там характеристики на него, медицинские документы, пакет документов готовят, с нами согласовывают и направляют сюда в центр. И он уже, так сказать, оттуда могут идти, даже в уставе записано, и по путевкам ГУВД. Бывают случаи, но единичные. Вот ГУВД рекомендует. Может, к ним кто обратился, бывший, может, по другим там причинам есть, у нас и по путевкам ГУВД. Так как мы находимся сегодня в ведении Министерства соцзащиты, то и по путевкам Министерства социальной защиты, вот, Пашинова, там Мирошникова непосредственно курирует нашу, ну, отдел стационарного сердца. Ой, кто-то забыл, кто нет, кто-то. Это... Не надо говорить, Бродняги, Тамара Александровна, непосредственно. Связывается с лишением свободы и так далее. Мне что-то четко. Вот таким видно, расслышно, как будто. И обряды крещения тут, и это, и перед праздниками религиозными все приходит. Все так скромненько, маленько. Беседует с клиентом. Да, беседует. И тут еще у нас священник один приходит в учебный день, он работает, так сказать, ну, и, так сказать, ну, не на службе находится, а с какой другой тоже с ними работает. Ну, вчера все сделали. В прошлом году мы сделали ремонт, их тут нет. И сами готовили хорошо, и сейчас хорошо. Никого мог. Два холодильника это для клиентов. Вот они продукты хранят, то, что сами купили, прочее. Ну, надо еще разогреть, разогревают. И тот холодильник еще один, смотрю, мало уже одного. Сейчас еще в бытовую комнату поставим камеру, вот и здесь есть, тут еще поменьше, уже тоже есть. А? Ну, два холодильника, и еще сейчас бытовую комнату делаем, еще морозильную камеру. То есть, мало, там мясо, морозку, еще там поставить, да.